Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Козин. Новость, которую я хочу сегодня с вами обсудить, такая. Европейский суд по правам человека присудил России выплатить компенсацию за незаконное задержание в 2012 году Алексея Навального в размере 8,5 тысяч евро. Россия не стала оспаривать данный вопрос, и поэтому она обязана заплатить 8,5 тысяч Алексею Навальному. Что вы думаете по данному поводу? Высказывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Мне очень нужна ваша помощь. И не боимся гулять, выходим. Ничего, не боимся, не молчим, гуляем смело. До новых встреч, друзья!